Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhaktivinoda Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare So this lecture will be in English and a little later we'll speak in Hindi. Эта программа посвящена, чтобы отблагодарить преданных по всему миру, которые приняли участие в программе «Жить, чтобы давать». Эта программа была организована Вайшешхой Прабху и другими лидерами, и цель этой кампании — увеличить распространение книг и вдохновить всех вас посвятить свою жизнь распространению книг. Этот год на марафон преданные пообещали распространить 2 миллиона 300 тысяч книг. They will distribute 2.3 million books. Таково обещание преданных. Индия только пообещала распространить около 2 миллионов книг. В этом году марафон будет продолжаться, по крайней мере, до 7 января. В этом году, конечно, у многих людей были трудности с работой по всему миру. Многие были уволены, но преданные сказали, коронавирус или не коронавирус, мы все равно будем распространять книги. И также этот марафон был посвящен Гита Джаянти. Это наше подношение Господу Кришне, который рассказал эту прекрасную философию Бхагавад-гиты. Послание Бхагавад-гиты предназначено для всего мира. Прабхупада сказал, Бхагавад-гита это не сектантский документ. Она предназначена для всего человечества. Кришна объясняет Бхагавад-гите. Амбиджа Прадапита. Я отец, дающий семя. Прабхупада представил Гиту в ее изначальной форме, без каких-либо искажений. И он назвал ее Бхагавад-гита, как она есть. До этого Бхагавад-гита уже была переведена на все языки мира. Все люди читают Бхагавад-гиту. Один год назад в Пакистане правительство заказало 1000 экземпляров Бхагавад-гиты на урду и синди. Бхагавад-гита имеет вселенское послание. Каковы основные положения Бхагавад-гиты? Первое — это положение Ишвары. Кто такой Верховный Господь? Есть Верховный Господь, который есть причина всех причин. И практически на каждой странице Бхагавад-гиты мы встречаем Шри Бхагавану Вача. Что это значит? Верховный Господь говорит. О чем же Он говорит? Он поведал вечную мудрость, философию. Для кого? Ради блага всего человечества. Одна из тем, которая обсуждается в Бхагавад-гите, следующая тема — это... Так, первая тема — это Верховный Господь. Потому что есть много людей, которые думают, что
Любому Богу можно поклоняться, все едино, но Бхагавад-гита устанавливает, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Арджуна объявляет это. Бхагавад-гита также устанавливает положение дживы. Это означает, кто мы есть, какова моя истинная сущность. Это объясняется во второй главе. Бхактинот Такур, великий Ачарья, разъяснял, что это вторая глава Бхагавад-гиты, самая важная в Бхагавад-гите, потому что она дает знания о том, кто вы есть. Для души нет ни рождения, ни смерти, она вечная. Душа переселяется из одного тела в другое. Какое тело мы получим, зависит от наших действий. Бхагавад-гита дальше описывается положение пракрити, или материальной природы, которая действует под чьим надзором. Кришна говорит, моя дикшена пракрити. Эта материальная природа действует под моим надзором, например. Вы хотите дождя. Без воды, без дождя никто не сможет выжить. Если вы совершаете греховные действия, материальная природа не будет с вами сотрудничать, Кришна говорит. Материальная работа действует под моим надзором. Бхагавад-гите Кришна говорит, что урожай произрастает благодаря дождям. Дождь приходит благодаря ягде. Если мы не совершаем ягду, мы не получим дождей. Как сейчас, столько наводнений, засух, вирусы. Фаза 1, первая волна, вторая волна. Материальная природа наказывает нас за нарушение законов Бога. Сейчас люди убивают невинных коров, которые являются нашими матерями. И поэтому мы получаем такие суровые последствия. Также Бхагавад-гита описывает кала, время. Кришна говорит, я есть время, верховный разрушитель миров. Время все разрушает. Разве это не правда? У вас сегодня может быть очень привлекательное тело, но будет оно привлекательным всегда? Нет. Время очень существенно. Великий мудрец Чанакья Пандит говорит, потерянная минута невозможно вернуть, заплатив богатством всего мира. Поэтому расходуйте время очень осторожно. Ни одной секунды нельзя тратить впустую. Бхагавад-гита также описывает закон кармы. Как мы можем повлиять на наше будущее своими поступками? Это основные предметы, объясняемые в Бхагавад-гите. И Бхагавад-гита — очень древняя книга знания, которую также называют Гита Упанишад. Она подводит итог всей ведической литературы. Если вы попытаетесь прочитать все ведические писания, это невозможно. Но суть мудрости Бхагавад-гиты содержится в мудрости Бхагавад-гиты. Все обширное ведическое знание суммируется в Бхагавад-гите. Это суть всех вед. Для чего предназначено ведическое знание? Для всего блага человечества. Наш фестиваль мы проводим в местности, которая известна как Джотисар в Курукшетре.
Курукшетра знаменита по всему миру, потому что Бхагавад-гита начинается со слов «Дхармакшетре Курукшетре». В древних писаниях говорится об особом значении Курукшетры. Бхагавад-гита была рассказана здесь. Радха-ятра имеет свои истоки здесь. Хотите верьте, хотите нет. Искон тоже имеет свои корни здесь. Вы можете спросить, как это так? Прабхупада искал помощь для того, чтобы осуществить путешествие в Америку и выполнить приказ духовного учителя. И когда происходило солнечное затмение, он прибыл сюда. И здесь он встретился с Шримати Махараджи, благочестивой женщиной, которая владела судоходной компанией. И он разговаривал с ней, просил о помощи для проезда в Америку. Она сказала, приезжайте ко мне, встретимся в Бомбее. Так, Курукшетра, исторически очень древнее святое место. Шрила Прабхупада открывал храмы в разных частях света, и в 1975 году Искон Дели имел один маленький храм на Бенгали-маркете. Это была трехкомнатная квартира, где находились божества Радха Партха Саратхи. Однажды, в августе, Нанда, который в свое время был президентом, премьер-министром Индии, даже на два срока, он пришел увидеться с Шрилой Прабхупадой. Нандаджи был очень заинтересован в развитии Курукшетры, и он сказал Прабхупаде, «Вы построили храмы по всему миру. Может быть, вам что-то сделать на Курукшетре?» Прабхупада сказал, «Хорошо». И тогда, 30 ноября 1975 года, еще до того, как многие из вас родились, мы отправились на Курукшетру вместе с Прабхупадой. Шрила Прабхупада ехал на съемном такси, также с ним был Амбариш Прабху, и я, еще пару преданных, мы приехали на Курукшетру. Шрила Прабхупада совершил омовение в священной Брахма-сароваре. Также была программа в университете Курукшетры. И после этого сказал, Прабхупада узнал о том, что Джотисар — это именно то самое место, где была поведана Бхагавад-гита, и Прабхупада сказал, «Я хочу здесь построить храм Джотисари. Это моя мечта». И Джотисар, мы сейчас с вами находимся на территории Джотисара. Вначале мы получили землю возле того самого дерева, где находится место, в котором Кришна поведал Бхагавад-гиту, но из-за политических интриг нам пришлось покинуть то место, и мы приобрели вот эту землю, 6 акров. Сейчас строится здесь прекрасный храм. Преданные помогают. Наша цель — это цель Прабхупады — построить здесь храм Кришна Арджуны. И то, что вы видите здесь, — это храм Кришна Арджуны, который вот-вот будет достроен. Бхагавад-гита — это книга знания. Раджа Видья Раджа Гухим. Это знание, царь всего знания. Сегодня в обществе людям не хватает образования в духовной науке. В целом, люди погружены в материальную деятельность. Кришна объясняет в Гите.
Дукхалаяма Шашватам. Страдания присутствуют в этом материальном мире. Бхагавад-гита — это книга знания. Это древнейшая книга знания на планете. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна рассказывает генеалогию этого знания. Он говорит: «Я передал это знание Богу Солнцу Вивасвану». Постепенно это знание было утрачено, и теперь я передаю его тебе. Почему Кришна выбрал Арджуну в качестве преемника этого знания? Он отвечает на этот вопрос: потому что ты мой самый дорогой друг и преданный. Поэтому ты сможешь понять трансцендентные тайны этого знания. Это великая наука, бхакти, которая является выводом Бхагавад-гиты. Если вы хотите удовлетворить Господа, нужно действовать в преданном служении. И преданность приходит благодаря практике наставлений Господа, изложенных в Бхагавад-гите. Бхагавад-гита — это книга знания. В наше время мы все получаем материальное образование. Надеемся, что это даст нам счастье. Но есть два вида счастья. Материальное и духовное. Материальное счастье временно. И материальное счастье. Оно имеет негативные последствия. Но духовное счастье вечно, никогда не заканчивается и всегда возрастает. Как вы знаете, Шрила Прабхупада вдохновлял нас распространять книги. И в декабре месяце, который также совпадает с Гита Джаянти, преданные искон по всему миру прикладывают особые усилия, чтобы распространять книги. Почему? Почему Шрила Прабхупада вдохновлял нас распространять книги? Почему он сказал: если вы хотите удовлетворить меня, распространяйте мои книги? Он вайшнав высочайшего уровня, парадукадухи. Когда он видит, что другие пытаются стать счастливыми материальными способами, он испытывает большое сострадание и пытается спасти нас. Если вы видите, когда слепой человек сбивается с пути, что вы делаете? Вы позволите ему идти к яме? Нет, вы возьмете его за руку и поставите его на путь истины. В целом люди похожи на слепцов в наше время. Те, кто обладают зрением, берут на себя ответственность просвещать этих людей. Причина, почему Прабхупада вдохновлял нас распространять книги, для того, чтобы спасти человечество от разрушения. Обладая духовным знанием, люди поймут, каковы истинные ценности жизни. Сегодня университеты по всему миру дают знания Бхагавад-гиты. Студенты по всему миру читают Бхагавад-гиту. Люди по всему миру присоединяются к ИСКОН благодаря наставлениям Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита дает ответы на все ваши вопросы и решения всех проблем. У нас столько проблем. Арджуна тоже был в затруднении. Во второй главе Арджуна говорит: «Я сбит с толку. Пожалуйста, дай мне наставление. Я душа, предавшаяся тебе». И тогда начинает излагать философию.